7 мая 2002 года на 71-м километре Минского шоссе был открыт монумент. На бетонном постаменте установлена скульптурная композиция «Группа солдат под огнем противника строит переправу». В ходе Великой Отечественной войны постоянно требовались новые дороги и мосты для переправы войск и боевой техники. Строительством таких стратегически важных объектов занимались дорожные войска. Это любой груз, любые снаряды, ГСМ, раненых, продукты нужно было доставлять по дорогам. И, естественно, грунтовые дороги, которые были разбиты, разгромлены, и их нужно было все время делать. 5000 километров восстановленных дорог, там 1000 мостов. Победа ковалась не только в окопах, она ковалась большим трудом воинов-дорожников, уверен председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Очень важно, чтобы мы помнили ратный подвиг, помнили, что это такое война, какой ценой и какими усилиями она достается. Если уж когда приходит в дом беда, тогда нужно всем миром и побеждать. Почтить память павших героев возле памятника воинам-дорожникам, установленным на 71-м километре Минского шоссе, собралось более 100 человек. Они возложили цветы к монументу, которому в этом году исполнилось 20 лет. Мария Шматкова, Емеля Ракелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».